Впервые выставленная в галерее Дюран-Руэля весной 1883 года, эта картина представляет собой одну из частей написанного в те годы триптиха, посвященного танцу. В нем нашло воплощение увлечения Ренуара нравами эпохи, женскими нарядами и шляпами, которые он коллекционировал и заказывал специально для своих моделей. Как и в других картинах художника, в сцене доминирует женская фигура. Красивое лицо, обрамленное красной шляпой, со связанными под подбородком лентами, изогнутая линия тела, захваченного ритмом танца, и взгляд, уходящий в сторону от настойчивого приближения партнера, сразу же привлекает внимание зрителя. Мужская же фигура, напротив, остается как бы анонимной. Лицо наполовину скрыто под соломенной шляпой, а тяжеловесность темной массы костюма еще больше оттеняет воздушную легкость девушки. Необычайно плавные цветовые переходы замечательно передают атмосферу пленэра. Для танца в Бужевале, как и для танца в городе, Ренуару позировала тогда еще 17-летняя Мари Клементин Валадон, ставшая в дальнейшем известной художницей под именем Сюзан Валадон и матерью еще более известного художника Мориса Утрилло. Кто был отцом ребенка, неизвестно, но, по словам матери, им мог быть и Ренуар.